Всем привет, с вами канал «Все о политике». Сегодня я хочу вам рассказать нехитрый способ, как сделать в домашних условиях темное пиво. Для этого нам потребуется обычное светлое пиво, неважно какое, клинское, не клинское, и квас обычный. Не знаю, возможно, все это уже давно знают, но я вам продемонстрирую, возможно, многие этого уже не знают. Берете обычное пиво, наливаете. Пиво, кстати, я купил светлое, как вы видите. О. Что делаем дальше? Дальше берем квас любой. Очакова, Хренякова. У кого какой есть. У кого кого будет, какой, точнее. И наливаем в пиво. И смотрим. Пиво стало темное. На вкус оно не отличается абсолютно от магазинного покупного пива темное, даже, наверное, еще и вкуснее. Все зависит от кваса. Чем круче квас, тем круче будет у вас темное пиво. Итак, всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем следующих видео.